Привет, меня зовут Урош, я из Словении. Приехал в Беларусь, чтобы учить русский язык и чтобы узнать русских людей, белорусских людей, белорусской культуры. И здесь интересно, в Гродно. А что вам именно нравится в нашем городе? Может, уже понравились места какие-нибудь? Парки, там речка хорошая у вас. И вчера отдыхали на этом озере, там, как называлось, юбилейное озеро. Плавали? Там, да, конечно. Плавали, там был пляж. Интересно. А как вам наши гродненские девушки? Ну, нормальные. Еще не узнал много них, но увидим. Ну, вы русский язык учите, чтобы потом общаться с людьми на русском, да? Да, вот. Конечно, да. У меня тоже работа, если там что-то получается, можно работать потом с Россией и так. Спасибо.